Всю жизнь молишься Господу Богу, ходишь в церковь, как верный христианин, постоянно замаливаешь свои грехи, честно трудишься, воспитываешь детей в смирении и покаянии, доживаешь до старости, чувствуешь, что пришло твое время, лежа на кровати в окружении родных и близких, наконец испускаешь дух, мысленно готовясь к загробной жизни». Попадаешь на небеса, встречаешься с Господом, твое сердце замирает, и ты падаешь перед Ним на колени. Господь молча разворачивает тебя и показывает происходящее на небесах. В окружении прекрасных фресок, чудных гравюр и расписанных золотом икон ангелы подвергают чистых душой праведников невыносимым страданиям. После того, как очередной праведник теряет сознание, ангел, зловеще улыбаясь, вытягивает из него полупрозрачную фиолетовую субстанцию, после чего душу бедолаги помещают в новое тело и отправляют обратно на землю. Господь ехидно смотрит на тебя и подмигивает. Фирминос.